В Мрил стартовала акция «День короткометражного кино». Организаторы хотят привлечь внимание широкой аудитории к короткометражному кино, обогатить опытом молодых кинематографистов и развить киноклубное движение. Напомню, наша республика присоединилась к всероссийской акции в прошлом году. Организатором выступил Государственный архив аудиовизуальной документации. Тогда в ней приняли участие более 300 человек – школьники, воспитанники детских садов, люди старшего поколения. Акция объединила между собой 4 площадки – детско-юношескую библиотеку «Колумба» и национальную библиотеку имени Чивайна, 2 школы Марийской столицы. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией акция проходит в онлайн-формате, поэтому принять в ней участие может еще большее число зрителей. Через сайт нашего архива, Государственного архива аудиовизуальной документации Республики Мариэл и Министерства культуры, печати и по делам национальностей, зрители могут увидеть 15 короткометражных фильмов и 6 анимационных фильмов. Все фильмы распределены по программам. Это документальные фильмы, фильмы-премьеры, анимации и другие. Поэтому всех желающих приглашаем на наши сайты.